Всем привет! Тема сегодняшнего ролика касается автомагнитолы TIS SP Pro, установленной на автомобиле Ford Kuga. Но суть вопроса. Задают вопрос, как включить, отключить показания климат-контроля, либо открытие, как мы видим, закрытие дверей. Вот. Что нужно для этого сделать? То есть, если вы по умолчанию настройки CAN буса, это такая маленькая коробочка, которая подсоединяется к магнитоле и вашему автомобилю, значит, выставлены все правильно, то по умолчанию ничего не отображается. Для этого необходимо зайти в настройки магнитолы, выбрать пункт, в пункте устройства выбираем настройка CAN bus, войти в настройки CAN bus с правой стороны, входим, здесь мы выбираем в левом столбце свой адаптер. На адаптере будет надпись его модель. Вот. В данном случае RZC. Перевернете адаптер и на нем написано. Выбираете марку модель своего автомобиля. В следующем столбце выбираете саму модель автомобиля. И здесь вот в последнем пункте года выпуска вашей машины. Бывает так, что отображение... Здесь вот в пункте настройки CAN bus, где модель автомобиля, несколько, например, вот у меня Ford Kuga, мы видим здесь вот Kuga 1, если пролистать, то можно найти еще одну Kuga. Вот. То есть нужно поэкспериментировать. Обязательно нужно выбрать марку своего автомобиля и дальше по пунктам уже смотреть. Потому что китайцы, они, я так понял, по-разному настраивают эти приборы. Поэтому можно поэкспериментировать, разные пункты активировать, чтобы появилось отображение информации. После того, как вы здесь настроите CAN bus, у вас должно начаться отображение информации вашего автомобиля. Далее, если этого не произошло, либо с течением времени у вас пропало отображение, либо вам просто хочется убрать отображение какой-то информации, мы заходим в пункт магнитолы «Заводские настройки». Здесь у вас потребуется ввести пароль. Пароль 168 по умолчанию. Нажимаем ОК. Здесь мы имеем доступ к настройкам более глубоким ваши магнитолы. Можно выбрать видеовыход для задней камеры, но сегодня касается все, что касается климат-контроля. Пункт «Дополнительные параметры». Входим сюда. И здесь, значит, здесь мы можем включить, отключить отображение наружной температуры. Здесь вот вверху. Дальше. Линии, камера заднего хода, парктроники, динамические линии. И вот пункт, который касается климат-контроля. То есть активируем его. Я прибавляю, появляется табло. Убавляю, появляется табло. Ну, у вас, соответственно, будет табло климат-контроля своего автомобиля. Я его отключил, он мне как бы, ну, не нужен. Также здесь мы еще можем включить, отключить отображение дверей. Вот это тоже здесь галочка напротив климат-контроля. То есть убираем галочку, я открываю дверь, как видим, ничто не отображается. Ставим галочку, появляется машинка. Если
скан-адаптером у вас все хорошо, то в принципе и в общем вот так вот отключается, включаются пункты дополнительного отображения на экране. На этом все. Всем спасибо, всем пока. До новых встреч. Будут вопросы, пишите.